Всем привет, мои хорошие, рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня моя и ваша любимая рубрика «Пробуем впервые». Действительно, это все продукты, которые я видела в первый раз, хотя нет, вру, не в первый раз на прилавках, но пробую я точно в первый раз. Здесь много всего, даже не знаю, с чего начать. Есть чипсы, какие-то мармелады, растишка. В детстве я просто обожала растишку, это новый формат, а йогурт, пюре, так скажем, с бананом. Пробанем. Как-то не очень. А, он с малиной. А я-то думаю, что он такой кислый. Я думала, он прокис. Вкусно. Немного с кислинкой. Но здесь так и написано, что он с малиной. Но внутри очень-очень мало. Учитывайте этот момент. Все, он у меня закончился. Просто пару глотков и все. Его нету. Как будто и не было. Тоже пробуем мы дальше. У меня здесь водичка. Вот мне было интересно, что здесь. Написано Озмо, какие-то бургеры, но вряд ли здесь будут бургеры. Попробуем. Оп. Легко открывается. О, о, гляньте, малюсенькие бургеры. Вау, я в шоке. Здесь бургеры. На первый взгляд прям реально микробургеры. Просто 5 из 5. Очень вкусно. Ну, здесь немного. Штук, наверное, 15 бургеров. Но они очень вкусные. Внутри нежный шоколад. Настолько нежный, как в Милка. Вот я обожаю шоколад Милка. Он очень нежный. Короче, 5 из 5 мне очень-очень нравится. И тут я обнаружила, что, оказывается, у меня нету ложки, чтобы попробовать пудинг шоколадный от Ичим. Насколько я знаю, это турецкая фирма. Очень даже недорогая, но мне их йогурт очень нравится. Что могу сказать? Наполовину йогурт пустой. Не знаю почему, вам видно или нет, но он прям ровно наполовину пустой. Я уже притащила ложку, теперь можем заценить. Вкусно. Не вау, конечно, но и неплохо. Четыре из пяти. Неплохо. Часто видела на прилавках. Короче, это микс таких мармеладок. Я люблю мармелад даже очень. С чаем идет просто офигенно. Люблю сухофрукты. Все вот такое. Это прям мое. И вы знаете, здесь немало. Иногда бывают, делают специальные упаковки, как, например, делает Ferrero Rocher. Они делают огромную упаковку, а там внутри конфет очень мало. Здесь такого нету. Здесь конфет тоже приличное количество. Не приторно сладкий мармелад. В то же время очень вкусно. Мне что-то сегодня все нравится. Вот такие вот мармеладки. Чаем пойдет просто бомба. Кто меня хорошо знает, вы знаете, что я очень люблю чипсы. Особенно Pringles и Lay's. Здесь такая подделка. Очень бюджетные чипсы. И поэтому сразу надо им делать скидку. Потому что стоимость просто минимальная. Из чего они сделаны, непонятно. Выглядит очень даже неплохо. Как Lay's.
меня вкус как Лейс. Это же очень вкусно. Не знаю, из чего они делают. За такую-то стоимость. Это с паприкой. Я одобряю. Хотя я очень капризно отношусь именно к чипсам. Мне нравится, когда они прям приторные, прям много приправы. Здесь также. Из чипсов, например, мне не нравится читос. И никогда он не нравился, хотя когда мы были с братом маленькие, читос стоил вообще копейки. Прям самые дешевые чипсы были читос. Дальше, следующая бюджетная новинка. Сок, который называется Well. Засовываем аккуратно. Нормальный сок. Мультивитамин. Здесь у нас манго, ананас, яблоко и апельсин. Мне нравится. Но оторваться я не могу от чипсулек. Здесь какая-то непонятная штука. Я так понимаю, это жвачка. Хотя нет, это не жвачка. Открываем. И здесь вот такая вот штука. Похожая на мармелад. Причем с солью. Это не жвачка. Это просто мармелад с солью. Но мне, если честно, не очень. Есть, конечно, можно, но не вау. Хотя, может, на любителя. Пробуем дальше. Здесь у меня Милка. Но почему-то сейчас я вспомнила, что я снимала обзор на всю продукцию Милка. И, по-моему, эта штука там была. Точно не помню. Давно снимала видео. Но я уверена, что это вкусно. Потому что все, что делает Милка, бывает вкусно. Шоколадные палочки от Озмо. Здесь их очень мало. Их, наверное, надо хранить в холодильнике, потому что они уже тают. На улице жара. Я только сгоняла, все это купила. Очень вкусно. Точно такие же у нас есть от Милка. Просто они дороже, а на вкус одно и то же. Ну, эти чипсы, конечно, вообще покорили меня, подкупили. Следующий у нас молочный ломтик от Озмо. Такой же есть от Kinder, я его просто обожаю. Посмотрим в исполнении этих. Ой, он у меня уже развалился. Выглядит он, мягко говоря, не очень на самом деле, но будем надеяться, что он вкусный.
Нет, ребят, не сравнится с Kinder. Смотрим на сроки годности. Вроде все нормуль. До зимы еще есть срок годности. Но он, к сожалению, тает. Поэтому придется нам с вами его вот так вот кушать. Я на самом деле вообще не люблю вафельки, но здесь это безумно вкусно, очень. И предпоследнее, что мы с вами попробуем, это вот такая вот змеюка, разноцветная радуга. Опля! Ну что, погнали? Мне не нравится. Очень-очень кислое. Даже я бы сказала, вот это намного вкуснее, чем это. Я, конечно, очень люблю сочетание сладкого и соленого, но в этом исполнении это ужасно. И последнее, что я попробую, это от Ичим. Делаем вот так. Вот в детстве я всегда забывала это делать. Протыкаем. Очень вкусно. Что я могу сказать в заключение? Все было очень вкусно, и в этот раз мне много чего понравилось. Очень меня удивили бургеры от Озма. Осталась безумно довольна от Чипстерса. Если у вас тоже в супермаркетах продаются такие чипсы, обязательно попробуйте. Возможно, вам тоже очень понравится, потому что мне, например, очень понравилось. На этом все. Пишите, что дальше пробовать. Всех люблю, целую. С вами была Кеймили.